Буквально недавно я заходил в ГУМ в Москве, и мне сразу бросилась в глаза вот эта елка, наряженная вот такими бумажными монетами. Я тогда про себя подумал, как же это актуально для меня. В общем, шлю новогодний привет всем своим подписчикам, друзьям, новым подписчикам, которые присоединились в этом году, также кладоискателям, нумизматам. И я думаю, если в будущем году мы все с вами сохраним здоровье, мы сможем воплотить в жизнь много желаний своих. Желаю всем доброго Нового года и с наступающим 2019 годом!